Телеканал Euronews продолжает свое путешествие по странам ЕС в преддверии выборов в Европейский парламент. На этот раз наши журналисты Джек Перек и Елена Кавалоне приехали в Мадан, небольшой савойский город, расположенный на границе Франции и Италии. Мы приехали сюда, потому что этот городок, Мадан, является одним из ключевых мест на франко-итальянской границе. А именно пограничные вопросы между двумя странами вызывают в настоящее время самые жаркие дебаты. В последние недели название этого городка обсуждается во всех газетах по обе стороны границы. Почему? Причина простая. Именно через этот населенный пункт многочисленные мигранты пытаются попасть из Италии во Францию. Это привело к напряженности в отношениях между двумя странами и взаимным пикировкам по линии дипломатических ведомств. Но именно вопрос приема и размещения мигрантов в ЕС является одним из ключевых для европейских избирателей. То есть получается, что маленький пограничный город потенциально может сыграть ключевую роль в общеевропейских делах. Но есть еще одна причина. Да, речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить французский Лион и итальянский Турин, сократив время в пути для пассажиров и грузовых поездов до 1,5 часов вместо нынешних 4. Казалось бы, выгода очевидна, но в Италии этот проект вызывает жаркие споры. Правительственная коалиция в лице движения «Пяти звезд» и партии «Лига» выступает против строительства высокоскоростной линии. Ну а мы решили встретиться непосредственно с людьми, которые живут в этом регионе, чтобы услышать их мнение по данному вопросу и лучше понять, какие проблемы в целом заботят европейцев накануне выборов в Европарламент. Следуйте за нами.